Здравствуйте. Кабрина традиционно славилась своими кайтами, широким ветровым диапазоном и хорошей тягой. Эти кайты здорово подходили для новичков, потому что имели очень хорошую и четкую обратную связь и нагруженную планку, что помогало им быстро разобраться и освоить управление кайтом. Но по мере роста мастерства продвинутым райдерам часто хотелось, чтобы планка у кайта была более легкой. Я рад представить вам новый гибридный кайт от Кабрины, который называется Vector. Этот кайт выполнен в очень модной форме, так называемый открытый C-shape. Арка его напоминает C-тип, но концы арки укорочены, и поэтому проекционная площадь у вектора достаточно большая, и он имеет заметно большую тягу, чем у простого C-типа. Итак, новый гибридный кайт Vector имеет всего лишь 3 поперечных баллона. Баллоны имеют небольшой диаметр и усилено место крепления купола к переднему краю небольшой полосой до крона. А все остальные части усиления, как то задний край и проекция поперечных баллонов, выполнена из более плотного рипстопа. Купол кайта очень легкий. Докрон используется только на концах крыла и вдоль переднего края, чтобы усилить шов. Предусмотрено изменение места крепления боковых строп. Можно переставить крепление боковой стропы чуть вперед, это добавит кайту стабильности. При этом планка остается достаточно легкой. Новый кайт унаследовал и фирменную систему от Кабрины для накачивания через одно отверстие. На мой взгляд, она является самой надежной. Поддержка переднего края имеет 2 ролика и крепится в 4 местах переднему краю. Очень похоже на подобную систему у Switchblade. Vector комплектуется новой планкой. Основные изменения коснулись механизма отсоединения. Добавили систему, которая позволяет полностью сбросить кайт и отделиться от стропы D-Power. После того, как вы дергаете механизм, освобождающий страховку, и кайт остается на стропе EDS, вы можете от нее всегда освободиться, потянув на себя фиксатор. И кайт полностью отделяется, улетая, обеспечивая вашу безопасность. Новый Chicken Loop имеет специальный механизм, который предназначен для крепления страховочного лиша при катании ванхукет. Он свободно вращается и не будет запутывать лиш после прыжков и вращений на руках. Новая планка также сохранила, на мой взгляд, очень удачный фиксатор-ограничитель хода планки, который выполнен в виде витой пружины. При необходимости будет сбрасывать тягу, если вы резко отпустите планку, то она сожмется, и после того, как тяга кайта уменьшится, опять вернет планку ближе к вам в руки. Новый Vector – это гибридный кайт, поэтому с места он тянет значительно меньше в сравнении с типичным боу-кайтом. С набором скорости кайт имеет стабильную тягу, которая позволяет уверенно идти против ветра. Но этот кайт будет требовать от вас умения поддерживать равномерную скорость. Мне очень понравился новый вектор для катания ванхукет. Планка очень легкая, при этом реакции кайта остаются точными. Боковые стропы крепятся напрямую, что обеспечивает кайту хорошую обратную связь. При отталкивании уменьшение тяги выражено заметно. Он очень напоминает классический C-тип. Прыгать с переводом кайта на векторе тоже удобно, но зависание, в отличие от типичного боу-кайта, на нем заметно меньше. В хороший ветер прыжки на нем очень понятны, удобны, реакции кайта точны. Но все же поведение этого кайта и пролет, и планирование на нем больше напоминают C-тип. Стабильный и быстрый купол легко меняет направление, поэтому не будет мешать им оставаться на волне и отлично подойдет для вейфрайдинга. Подъем кайта с воды не имеет особенностей, все делается за одну стропу. Точно так же, как и на других плоских кайтах. Новый Vector от Кабрины предназначен для широкого круга райдеров. Это универсальный фрирайдный кайт. На нем можно смело заниматься с новичками, передвинув стропы чуть ближе вперед. Если же вы собрались сами идти кататься, вы можете быстро переставить стропы, добавив кайту резкого разворота, и смело заниматься вейфрайдингами современным фристайлом. Особенно этот кайт будет хорош для прыжков на руках.